Привет всем! Вы смотрите новости о фото и видео на сайте kadr.com. В день анонса D5200 конкуренты должны были сильно напрячься, так как Nikon выкатил очень привлекательную зеркалку начального уровня. Он получил все карты в руки, чтобы переплюнуть и так успешного своего предшественника, да отбить у конкурентов нехилую часть рынка. D5200 обзавелся последним процессором XP3, 24-мегапиксельным сенсором, серийной съемкой 5 кадров в секунду, 39-точной системой автофокусировки от D7000 с 9 крестообразными точками, экспозамера от D7000 с стереомикрофоном, возможностью записи видео 1080i 60 кадров в секунду с 25% кропом. Компания делает акцент на то, что несмотря на идентичные спецификации, сенсор D5200 не такой же, как в D3200. Он должен меньше шуметь на высоких ISO, а его значение чувствительности вдвое выше. Из менее очевидных улучшений стоит отметить расширенную функциональность режима Auto ISO. Теперь, как и в D800, в нем можно привязать выдержку к текущему фокусному расстоянию и 5 режимами скорректировать ее для динамической или статической съемки. Радует, что компания наконец-то прислушалась ко мне, ведь я много раз напоминал ей о баге в режиме видео, когда диафрагму можно было выставить только до входа в режим Live View. Наконец-то они это пофиксили. Canon анонсировала выпуск двух стабилизированных объективов 24-70 мм с диафрагмой 4 и фикса 35 мм с диафрагмой 2. Зум позиционируется как кит для 6D, впрочем, как и для других полнокадровых камер. Как и все объективы L-серии, он обладает продвинутыми свойствами пылевлагозащиты. Главная изюминка зума – возможности макросъемки, вплоть до увеличения 0.7x. Также тут используется новейшая гибридная стабилизация, которая особенно эффективна в макрорежиме, в отличие от полнейшей бестолковости классической. 35-мм светосильный фикс интересен переработанной оптической схемой, за счет которой должны уменьшиться классические дефекты светосильных стекол, а также супербыстрым автофокусом. К тому же существует совсем немного фиксов составом, что окажется крайне интересным для креативной видеосъемки с рук. Все бы ничего, стекла замечательные, но цены оставляют желать лучшего – 1500 и $850 соответственно. Olympus обновила одну из самых интересных компактных камер на рынке – XZ1. Преемник XZ2 получил обновленный 1:1,7-дюймовый 12-мегапиксельный CMOS сенсор, тот же светосильный объектив 28-112 мм с диафрагмой от 1.8 до 2.5 и поворотный 3-дюймовый сенсорный дисплей. В плане эргономики XZ2 обзавелся переключателем для кольца на объективе. В одном из положений он работает дискретно для постройки диафрагмы или экспокоррекции, а в другом крутится плавно для фокусировки или зума. Подтянулись до современного уровня и видеоспецификации. Ориентировочная цена – $600. Nikon продолжает выпуск профессиональных линз с постоянной дыркой F4. На этот раз повезло тем, кто мечтал о легком и достаточно компактном телезуме. 70-200 с диафрагмой 4 получил все плюшки современных топовых линз Nikkor. Это нанокристаллическое покрытие линз, третье поколение стабилизатора, которое должно компенсировать 5 ступеней выдержки, быстрейший автофокус, постоянно доступный ручной фокус и максимальная пылевлагозащита. Стоимость $1400. Вы смотрели новости о фото и видео на сайте kadr.com. Спасибо за просмотр!